Отлично сработано с партизанами, Карл. В УСС очень довольны. Равно как и успехами на Сицилии. Я слышал, операция «Эскимос» прошла у вас гладко. А еще слыхал у Эйзенхауэра крупные планы. Высадка на Большую Землю. Айк всегда мыслит масштабно, Карл. Ближе к делу. Мы разворошили осиное гнездо. Дело пошло. Какое? Данные от информатора? От Дорфмана? Нет, не от него. На этот раз сообщили ребята из воздушной разведки. Где-то здесь порт. На побережье. Немцы что-то перевозят. Есть догадки о том, что именно? Объект сильно охраняется, так что надо думать, там нечто ценное. Оттого я и понадобился. Именно так, дружище. Нужны сведения. Что за груз? Куда отправляется? И что тогда? Судя по всему, немцы делают большие дела. Район в радиусе действия бомбардировщиков. Так что, как закончишь свою работу, что уж, дай отмашку нашим летчикам. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, рыжий лис. На пленке, которую вы забрали с упавшего самолета разведчика, видно, что в порт Ларина переправляется большое количество оружия. Найдите этот арсенал. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Что-то беспокоит? Некий Латерц. Начальник порта. Твой друг? Самый продажный тип, каких видел свет. Конечно, после подлеца Бёма. А, не друг. Он предатель. Многих наших людей отправил на смерть. Наказать бы другим в назидании. Вон как. Ангел знает о твоем состоянии? Она наш командир. У нее есть другие заботы. Без нее мы ничто. Мне показалось, она в себе не уверена. Она встала во главе, когда люди Бёма взяли ее отца. Необыкновенный был человек. Его трудно заменить. Понимаю. Нет, она его достойная преемница. Жаль, сама не осознает. Так его взяли люди Бёма? Мертвым его никто не видел. Должно быть нелегко ей. Не только поэтому, Карл. УСС знала, что ее отца забрали. Но он не считался стратегически ценным. Ему даже не пытались помочь. Ничем! Грозный клинок. Это отцовский был. Был? Как-то ночью его забрали люди Бёма. С тех пор ни слова, ни вести. Как в воду канул. Сочувствую. Как там сказано у поэта, из искры возгорится пламя. Отец был той искрой. За ним шли в огонь и в воду. Партизаны? Я не догадывался. Да, мой отец был их командиром. Тяжело им его заменить? Да, нелегко. Пока его тело не найдено, я не оставлю надежды. Надежда дает нам силы. Доволен своей победой у Виадука? Сделал, что просила. Спасибо за это, лейтенант. Но судьба партизан висит на волоске. Нет боеприпасов, топлива, лекарств. О, Мадонна, как же нужны лекарства. Тиф? Волагроэпидемия. У некоторых наших бойцов уже появились первые симптомы. Мы знаем, что фашисты перевозят вакцину через порт.
Хорошо бы ты узнал, где он. Попытаюсь. Здесь полно охраны. Лучше держаться в тени, если хочу добыть нужные сведения. Это все, что тут было. И больше ничего. Здесь больше ничего не найдешь. Thank you.
Это все? Ладно, годится. Один.
Должно быть, это кабинет начальника порта. Стоит тут поводить носом. Будем знать. Hoffentlich passiert bald mal was. Ты стал.
новогодний подарок. Иллюминация, будь здоров.
Собрал все, что мог. Ух ты! Не как система наведения. Видать, важная шишка. При нем наверняка есть что-то полезное.
Мне нужно узнать, куда следует груз. Однако есть проблемы из-за того, что мафия обворовывает порт. Будем Это явно вакцина от тифа. Сообщу партизанам, что...
еще один готов. Больше ничего? Ну, спасибо и на том. Патронов мало. Geräusch.
отлично. Хотя шум наверняка привлечет ненужное внимание. Танки. Они действуют наверняка.
Обе пушки. Нужно достать еще патронов. А вот и третий. Сказать.